перед началом данного видеоролика подпишитесь на канал Ивана Курсянова. На этом канале вы найдете различные серии про постройки в его русском городе в Майнкрафте, естественно, Майнкрафт ПЕ, мобильная версия Майнкрафта, а также есть у него эксклюзивная серия про его город в Майнкрафте, Pocket Edition, уже советский стал. А также у него есть видео про то, как он копирует дома из сериала «Страшный Мандарин 2», интерпроект «Сталинки», «Колхозки», ну и других домов. Парень очень старается, в общем, я к нему подписан. В общем, если вы хотите его поддержать, то, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка в описании. Всем привет, друзья, с вами я, Коунер2001, это 50-й юбилейный выпуск моего города в Майнкрафте. В общем, друзья, на канале праздник. Скоро будет 850 подписчиков, в общем, почти половина девятой сотки. В общем, до косаря подписчиков осталось еще 150, в общем. Как вы думаете, друзья, наберем их или нет? И да, друзья, я заранее предупреждаю в том, что у меня там мало FPS, в Майнкрафте типа 4-10 FPS, тем более Майнкрафт почему-то люто начинает лагать. Ну, это не к добру, конечно, но попробую настроить. Так, снизим-ка вот. Так вот, мало 6. Попробуем. Вот, пожалуйста. Нет, не пожалуйста. Похоже, что сегодня неудачный день получился, потому что Майнкрафт лагает. Ну, надо будет сквозь это и показывать новое обновление. Вот. Так. Это первое обновление, то у нас вот девятиэтажка такая вот. Ну, наверняка вы знаете такую девятиэтажку. Вот такую. И давайте посетим одну из квартир. Вот в этой девятиэтажке. Да, сегодня Майнкрафт люди подлагивают, так что буду пытаться так вот сделать выпуск. Пройти сквозь эти лаги. Здесь подъемы, давайте посмотрим. Так, здесь у нас такая ванна с туалетом. Гостиная такая вот, тем более кровать, сундук. Шкаф. И кухня. Такая. Он часто подлагивает. Ладно, на этот раз выпуск будет поменьше. Сколько? Вы сами видите, что Майнкрафт лагает ужасно. Ладно. Настроим чат. Чтобы... Так. Вернем нормально. Так. Ну, чуть получше стало, но не совсем. Ладно, друзья, фиг с этим. Потом разберу эту проблему. Так. Так, давайте-ка поднимемся. Попробуем подняться. Еще одно обновление меня ждет на Советской улице. В общем, я построил ту же свечку, как тоже такую же, только она двухподъездная, и там другая краска. То есть там из белой и светло-серой керамики, как будто это шоколадная. Вот это шоколадка. Ну, или, проще сказать, шоколад киндер. Внутри белый шоколад, а снаружи черный. Но не совсем похоже, но готовьтесь увидеть это своими глазами. Так. А, господи, лагает ужасно, спаси меня. Ладно, поднимемся наверх. Смотря куда летаю вообще.
Господи, где это я? Ладно. Это уже в сторону мэрии так вот. И печально, что я так медленно там улетаю, ужасно. Ужасно, господи. Но зато можно легко смотреть весь город отсюда. Вот это вот Советская улица, перекресток Советской улицы и улица Зюганова. Вот, вот, вот почта, пятиэтажка, KFC, мэрия, вот трехэтажка, которая постоянно рядом с церковью. Еще пятиэтажка, свечка, еще одна свечка. Дальше у нас пятерочка, Максим, которая первый гипермаркет в городе. Дальше у нас район аэропорта, вот это начинается со стороны этой двушки, двухэтажки. Магазин сувениров, дальше у нас аэропорт, еще двухэтажки сталинские, школа, небоскребы. Ну, еще чуть-чуть и мы уже рядом, да, нового обновления. Вот мы пролетаем мимо трехэтажки, вот, которая вот здесь наверху. Это, в общем, пробитие российского флага. Вот так вот выглядит двухподъездная свечка, такая вот вся красивая, в общем, в таком окрасе. Так. Более как будто сама вся свечка такая шоколадная получилась. Так, вот у нас подъезд такой вот, лифт и по три квартиры. Лестницы обычной нету. Здесь у нас по четыре жителя проживают. Да, из властины. Дальше у нас просто комната, хотя тут должен быть как бы туалет. И кухня такая вот. С балконом. Он видно вот трехэтажку, он видно отсюда. Господи, я закрыл дверь или не закрыл? Не закрыл. Он чуть получше стал уже. В общем, друзья, такой вот залаганный получился выпуск. В общем, извиняюсь за лаги, конечно, но зато я показал сам живые обновления, естественно. Эту двухподъезд, двухпарадную свечку, которая вся такая как шоколадная получилась. И стандартную девятиэтажку на улице Космонавтов. В общем, мы добились этого, в общем, добились, что у нас теперь 50 выпусков про город в Майнкрафте. Ну, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.